еще разочек доброго здоровья. Закончил я свой проект «Только на целительные силы» первый том. Завтра я сделаю на второй том. Значит, это будет плейлист «Целительные силы» там. Электронную почту я выложил. Вы можете, значит, на электронную почту мне сбросить, что я желаю там. Я вам вышлю ссылки на первый том, и вы будете смотреть. А время сейчас, кстати, время, знаете, сколько вот я начал? Время 14:53. И я просто для себя поинтересовался, вот сколько времени в чистом варианте вот эти все аудиозаписи, то есть лекции, это цикл лекций, 15 часов 50 минут, практически на 16 часов. Поинтересовался я, когда я начал создавать это все, то есть какой труд был вложен только в чтение. Начал 24.06.20 и закончил 05.08.20. То есть у меня ушло около 2 месяца, примерно так. Ну, если, знаете, что-то делать не спустя рукава, так сказать, побыстрее, то это все делается побыстрее. Ну все, с наступающим вас! Есть особый день в году, наступает в темноту. Новым годом он зовется и для всех людей дается. Шелестят конфет обертки, запах мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Эй, веселись, народ, наступает новый год. Он врачу нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалом ходит счастьем в каждый дом. Эй, веселись, народ, наступает новый год. Эй, вот что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курон попей. Эй, веселись, народ, наступает новый год. Эй, о чем нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Эй! Бам-бам-бам, 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 бам-бам-бам,